Итак, друзья, всем привет! Сегодня 9 июня 2022 года. Ну что ж, начинаем отбор плодных маточек. Вот у нас плодная маточка. Отбирай, Миша. Сейчас мы отбираем плодных маток. Здесь я принес неплодные матки у нас с пчелой. Конечно, подселить матку сейчас сложновато, потому что там в нуклеусе есть личинки, яйца от предыдущей матки. Но что я сделаю? Я просто положу вот эту вот нашу бегудишку. Здесь корм есть, матка есть с аполиткой. У нас есть специальные клеточки, где там канди закладывается выход. Мы тогда уже уберем обслугу и матку подсадим. Но пока торопиться не будем. Если сразу делать это все, то процентность приема вот этих неплодных маток, конечно, будет намного хуже. Сразу отбираем пчелу. Матку Миша отбирает. А в комнате уже будем переселять в пересылочные клеточки. Начнем здесь подряд. На данный момент нужно отобрать сейчас заказ есть на 20, ну 20 с небольшим. Там, с небольшим, да. Еще один товарищ сейчас должен подъехать, тоже возьмет. В общем, самовывозом приезжает сейчас, есть у нас матки плодные. Внизу оставлю ссылку на Мишин канал Telegram. Обращайтесь к нему по маткам, по плодным, неплодным. Есть также и неплодные матки в наличии на данный момент. Так, ну все. Вот клеточка готовая. Туда на дно, вот так вот прикрепи куда-нибудь. С той или с другой, да, вот где-то в центре, пусть она вот так вот. Все, матка пусть там приживается, той рамочкой прижми. Угу. Отпускать мы не будем это как бы планировать быстро, потому что не прием будет маток неплодных. Все, куда ты, вот это плодные вот у тебя, плотные, все да, отдельно. Ну давай, начинай, я с того края начну. И сойдемся здесь. Давай, открывай тут. Что у нас? Погода позволяла в этот раз нашим нуклеусам. О, оттянуло. И личинки там уже. Личинки уже. Давай, давай, отбирай. Взлетит сейчас. Не взлетит, наверное, сейчас уже. Нет, вот, они надо. Могут взлететь еще. Могут, могут. Хотя она отъелась очень неплохо. Все. Там. Ну, сейчас почему еще сразу? Пчелы сразу. Этой же пчелы. Достаточно будет. Сейчас объединю сразу. А я сразу им тут очередную матку. Да, матка с аполиткой здесь у нас. Эти матки первые у нас, они меченые лаком желтым. А эти маточки у нас, мы приклеили аполиточки. Давай сразу крепи. Да, вот между рамок тут. Тут вот эти покрытия было. Тупец скажет, мы грубо. Да? Нормально. Мы знаем как. Мы работаем по-своему. Ни под кого подстраиваться никогда не будем. Но прислушиваемся к мнению наших подписчиков, это самое главное, а потом уже выбор за нами, как что нам работать. Все отлично. Ну все, показали приметки, то что никакие не будем приметки делать? Я принес, да, друзья, мы сразу приметочки не сдует
их у нас переметки-то. А они надо... подряд, в принципе, ничего страшного. Клеточку я уже тут положил сегодня с утра. Приезжали за маткой. Стамеску пользуешься? Бери. Ну, бывает, иногда пользуешься. Вот так вот мы отобрали маточек, посадили их в пересылочные клеточки, наши плодные маточки F1. Маточки плодные, их сразу видно, они стали еще более крупнее. Сегодня за этими маточками у меня приедут и уедут по назначению. В общем, вот такое, друзья, у нас видео по плодным маткам. Плодные матки есть. Так что, кто досмотрел нас до конца, ставим лайки, подписываемся, жмем внизу на колокольчик. Телеграм-канал закреплю в комментарии. И на новый мой канал Дзен. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.